Здравствуйте, меня зовут Роман Белов, и я юрист. Помните, если ваши права нарушены, их можно защитить. Мой муж работает водителем. Недавно вернулся из отпуска и обнаружил, что на его машине ездит новый сотрудник. Мужа не уволили, но другой машины нет, и он, по сути, не работает. Что ему делать? Согласно статье 21 Трудового кодекса Российской Федерации, работник имеет право на предоставление ему работы и рабочего места, которое соответствует государственным требованиям и условиям. Работодатель обязан предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором. В данном случае ваш супруг может обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или в суд за защитой своих прав. И помните, что из любой ситуации есть выход. Если у вас появились вопросы, я постараюсь на них ответить. Задать их можно по телефону или в группах в социальных сетях. Доброго вам дня!